синий трактор представляет. Привет, ребята! Смотрите, синий трактор, как всегда, помогает. Он везет целую бригаду фиксиков на работу. О, что это? На дороге оказалась огромная куча песка, но для трактора это не проблема. О-о-о, что это? Колесо отвалилось, вот что! Да, ребята, оно не просто отвалилось, оно отломилось от оси. Ребята, хорошо, что синий трактор вез сегодня нас, а не домашних животных. Мы ему поможем, заклеим колесо. Раз, два, взяли. Вставляй. Ну вот, синий трактор, все готово. Спасибо, ребята. В чем же была причина? Почему сломалось колесо? А вот и причина. Смотрите, ребята, огромный камень в песке. На него-то как раз и наехало колесо. Да уж, поломка была непростая. Даже труба отвалилась при падении колеса. Ну, спасибо фиксикам, что они помогли синему трактору. И давайте-ка выкопаем, наконец, этот камень из песка, чтобы другой кто-нибудь не наехал на него. Фиксики уехали довольные и радостные, но кое-кто вернулся вечером на место происшествия. Раскатаем эту кучу, чтобы больше она никому не мешала. Вот какие фиксики молодцы! Никого никогда не бросают в беде. И вы так же поступайте. Пока! Давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки. Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!